Братья и сестры, сейчас будет заключительная проповедь. И вчера я был в Ванкувере вместе с женой на семейной конференции, немножко под впечатлением. Было собрано примерно 70-80 семейных пар. Вот такие книжки раздали, «Семья в фокусе». Тема «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Сильнейшая подготовка, очень творческая, мне очень понравилось. Нам надо тоже подобное сделать. Вот в конце анализ нужно было, вот книжечки раздали, какие темы вам понравились, ваша общая оценка. Иисус, муж, жена, дети, все так красиво сделано. А сегодня утром, когда я готовился к служению, мне дети сделали сюрприз. Они меня поздравили с Днем Отца. Я даже вообще-то, я не слишком как бы на эти вещи обращаю внимание. Оказывается, сегодня в Америке День Отца. День Отца. Братья, хочу сегодня немножко поговорить об отцовстве. Готовы? Я не думал на эту тему говорить, но так как сегодня День Отца, хотел бы дать руководство по применению. Во-первых, для себя. Я являюсь отцом 9 детей. Тут есть братья, у которых еще больше детей. Братья и сестры, вы знаете, я многие вещи понял. Очень многие вещи я понял, когда изучил эту тему. Кстати, молодые братья, кто вступил в брак недавно, планирует быть отцом, если Господь вам сделает такой подарок, отличное руководство из Священного Писания. То, что я сегодня буду говорить, все взято из Библии. Все. Оказывается, в Священном Писании дается полное руководство отцовства. Как быть нормальным папой, нормальным отцом, хорошим отцом. Это я для себя применил как некий документ. Наверное, своим детям, своим сыновьям, когда буду вступать в брак, наверное, я им подарю это. И для того, чтобы вам легче было следить за развитием мысли, эти основные тезисы, пункты, они будут высвечиваться. Сестры, если ваших мужей здесь нет на собрании, вам будет хорошим подспорьем подарить это вашим мужьям. Потому что то, что я буду говорить, это не мною придумано. Я буду говорить сегодня о том, что быть отцом – это подарок от Бога на самом деле. Какое должно быть отношение у отца к детям? Потом, как правильно наказывать своих детей, как должен отец наказывать детей, все по Священному Писанию. И буду приводить 4 положительных примера отцовства из Священного Писания и 2 негативных. Расскажу стихотворение про нехорошего отца и закончу словом о хорошем отце. Ну вот, примерно так вот. Вы знаете, в книге послания к Римлянам написано: «Мы приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Авва Отче. Братья, вступите в брак, будете отцами. Хорошо бы запомнить некоторые вещи из Священного Писания. Итак, первое для вступления. Пока идем не по конспекту, это потом параллели для матерей тоже можно соотнести, беседы для семейных. Вот. Давайте сначала так, я сделаю вступление. Быть отцом, братья, это подарок от Бога. А знаете почему? Потому что не каждый муж становится отцом. Есть семейные пары, которым Бог детей не дал. У Бога есть определенный план для каждой семьи. Но вообще, когда молодые люди вступают в брак, они не могут до конца знать, будут ли у них дети. Вот почему при молитве возложения рук совершается просьба, чтобы Господь подарил детей. Итак, быть отцом – это подарок от Бога. А вы помните, как Авраам обращается к Богу? Как-то так жалобно: «Владыка, ну что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Знаете, сколько ему было лет? 75 лет. Печально. Господи, у меня такая красивая жена Сара. Жену-то ты мне дал, а я остаюсь бездетным. И Бог такой подарок дал Аврааму на старость лет. Сара, жена его, родила ему сына. А потом мы читаем, шли оба вместе, отец и сын. Как приятно было Аврааму сознавать, что он отец. Следующая мысль, это все во вступлении, не по конспекту. Следующая мысль будет следующая. Братья и сестры, вы когда-нибудь задумывались, братья, что Бог называется Бог-отец? Вы отец, и Бог тоже отец. Это настолько высоко, ну, кажется, можно было бы придумать какое-нибудь другое слово по отношению к Богу. То есть в этом случае мы с Богом одинаковы. Он, Бог, Отец, названный в Священном Писании, и я тоже Отец. Я не ношу тот же самый титул.
Почему? Потому что отцовство – это факт происхождения ребенка от мужчины. То есть у мужчины есть сын, поэтому он называет этот мужчина отцом. Так вот, Бог назван отцом, потому что у него тоже есть его сын. Поэтому он отец. Рожденный прежде всякой твари, сущий в недре отчим, не усыновленный, а рожденный. Так написано в Библии. Бог отец. Итак, теперь что получается? Если я хочу сегодня говорить об отце, об отцовстве, я должен от кого исходить? От Бога Отца. Вот как Он относится к своему Сыну, а это Его Сын Иисус Христос, я должен так относиться к своим детям. И вы знаете, я нашел ответы, как Бог Отец относится к своему Сыну. Когда мы с вами говорим об отцовстве, об истинном отцовстве, мы должны исходить от Бога, который является Отцом. А у Него точно все правильно. Итак, первое. Мысль следующая. Отец бывает один. И только один. И только один. Малахия 2 глава 10 стих. Не один ли у всех вас отец? Не один ли? Книжник говорит Иисусу Христу. Учитель, истину сказал ты, что один есть Бог. Один есть Бог. Матфея 23 глава 10 стих. Ибо один у вас Отец, который на небесах. Один. Братья, а сколько отцов есть у наших детей? One. Один. А потому что Бог есть один Отец. Поэтому у моих детей есть только один Отец. Вы знаете, это меня приводит в трепет. Если я не выполню свою функцию, никто не сделает того, что должен сделать отец для своих детей. Они другого отца не найдут. Я помню, однажды взял семью и уехал я на месяц. Взял жену, детей и уехал. И вот когда я приехал, один брат мне сделал такое замечание. Ну что я оставил на месяц молодежь. Я говорю, вы знаете, брат, наша молодежь найдет себе другого руководителя. Но мои дети другого отца не найдут. Просто других вариантов нет. Я был прав. Да, надо и служение совершать, и это все в порядке. То есть момент какой? У моих детей другого отца нет, и у ваших тоже. Не один ли у всех отец? Вторая мысль. Отец, любящий детей своих. Иисус говорит, Иоанна 10 глава, 17 стих. «Меня Отец любит». Наши дети могут так сказать? «Меня Отец любит». Вот Иисус по отношению своего Отца конкретно заявляет, вот «Меня мой Отец любит». Братья, как вы думаете, все ли отцы любят своих детей? Потому что я слышу от нашей молодежи в целом, не все отцы любят своих детей. Ну вот я помню, был на одном общении, пришли две записки. Хорошо вы, братья, говорите о родительнице, а что делать, когда отец не любит своих детей? Как? Ну вот записка. Значит, факт такой есть. Отец, а знаете, а дети не чувствуют, когда отец любит детей. Они чувствуют, там много говорить не надо. «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Дважды Бог Отец признался в любви к своему сыну. Однажды, когда Иисус как человек принимал крещение, отождествил себя с человеком. Второй раз, когда он показал себя как Бог на горе преображения. Вот его две природы, человеческая и божественная. Бог два раза заявил, вот этот мой сын, я его люблю, это мой сын возлюбленный. Вы представляете? Смотрите, сын признает, меня отец любит, отец говорит, и я своего сына люблю. Братья, любим ли мы своих детей, как отец? Сколько времени я провожу с ними, как я с ними играю, как я с ними бегаю, как я с ними беседую. Или работа, учеба, компьютер занимает мое время. Однажды один отец приводит сына одержимого. Просто страшно, трудно представить. Какая боль, какая горечь. Сын трусит, он одержимый. А Иисус спрашивает отца, как давно это с ним? Он говорит, с детства.
Вот он бросается и в огонь, и в воду. А потом, знаете, что сказал Отец Иисусу? «Жалься над нами, нам помоги». Одержимый был только сын. Отец говорит, его боль – это моя боль, нам помоги. Мы одно. Я так люблю своего сына, что я хочу, чтобы ты нам помог. Отождествление со своим сыном. И потом он со слезами говорит, Господи, я верю. Я верю, что ты нам поможешь. Это положительный пример. Давайте отрицательный. Муж санамитянки богатой. Муж санамитянки. Бог им подарил сына. Сделали горницу для Елисея. Похоже, они жили хорошо, как муж и жена. Но у этого отца был свой бизнес, и у него были работники на поле. Похоже, шла уборка урожая. И вот этот мальчик долгожданный, которого отец ждал долго, у него было поручение от матери. «Сынок, возьми вот эту еду и пойди к папе на поле, отнеси жнецам». Это написано в Библии. И вот этот мальчик идет. Мне кажется, что он получил солнечный удар, потому что в доме у него голова не болела. И когда он приходит к отцу, говорит, «Отец, у меня голова болит». Дважды повторяет. «Голова болит». То есть это случилось с ним по дороге. Солнечный удар, наверное, получил. А вы помните, как отец отнес? Он сказал слугам, к мамочке отнесите его, к маме. Я занят, я на работе, я в бизнесе. К маме. А что делать? Отнесли мальчика к маме, и мальчик умер. Странно, но факт. К маме, вот мама, вот мама. Мудрая жена устроит свой дом. Все, мама. Родион Березов пишет в одном из своих трудов. Он же писателем был, а писатели любят свой труд. Однажды он взял своего мальчика на рыбалку. И он говорит, я здесь пишу, сочиняю. А вот там сыночек удочку закинул. И вдруг я слышу, папа, рыба клюет, клюет. Какая рыба? Я тут книги пишу, сынок, какая рыба? Проходит время. Папа, рыба клюет. А потом мальчик этот умер. Ну, он там описывает. Он говорит, я бы сейчас... Ну, вспоминая эту ситуацию, говорит, я бы оставил бы эту книгу. Ну, потому что мальчик хочет пообщаться с отцом. Ну, радуется. Отец, порадуйся, у меня вот рыба клюет. Но когда его не стало, тогда он все понял. Итак, отец, любящий своих детей, это вторая мысль по Священному Писанию. Третья. Отец, знающий детей своих. Детей можно любить, но детей не своих не знать по-настоящему. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 15 стих. И Иисус говорит, «Отец знает меня, и я знаю Отца. Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца». Представляете, Отец больше всего знает своего Сына. Никто не знает Сына, кроме как Отец мой. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. Братья, знаем ли мы своих детей? Помню, проводил я брачный пир, где-то в каком-то штате проводил брачный пир. И было такое задание. Вывожу вперед отцов многодетных семей. И задание. Расскажите дни рождения. Вы знаете своих детей? Как отец знает своих детей? Послание фессалоникийцам. Как отец знает своих детей? Расскажите, пожалуйста, дни рождения ваших детей. Я уже не требую час и минуту, когда они родились. И это был вторник или это был четверг. Минимум дни рождения. Я тогда еще не женатым был. Все так, знаете, так интересно. Но правда, один справился с заданием. Мальчики, ну прекратите. Один справился со своим заданием. Один отец. А двое так и не справились. Один вообще все перепутал. Дочка говорит, папе, мне уже 20 лет зал, а он там вроде двухлетний ее там сделал, там перепутал что-то. Не знает детей. Ну, братья, я не за то, чтобы прямо нам всем... Я просто цифру люблю. Мне кажется, что эти все вещи можно легко выучить. Но ребенка надо знать. Ребенка надо знать. Его привычки, его желания, его таланты, направить ребенка. Вот мне кажется так, вот мы с женой так размышляем. Когда ребенку исполняется 12 лет, его нужно повести, кофе попить, мороженое, спросить ребенка, что тебя интересует по жизни, дать ему направление. Надо познакомиться со своим ребенком. Вот был в поездке недавно. Но знаете как, я же отец, я еду домой. В Америке есть все. Но когда ты приводишь то же самое, что есть в Америке из-за границы, это по-другому смотрится для детей. И вот захожу в магазин.
а у меня их 9, и надо каждому купить. Каждому купить. Братья, это так трудно догадаться, что нравится будет моему ребенку. Если я его не знаю, я ему куплю подарок не в тему. Но если я знаю своего ребенка, я ему куплю то, что ему будет нравиться. Вы знаете, это был для меня экзамен. Что нравится моему ребенку? Но для этого его надо знать. Четвертое. Отец, восполняющий нужды детей своих. Ибо знает отец, в чем вы имеете нужду. Братья, знаем ли мы нужды наших детей? Во-первых, духовные. Во-вторых, материальные. Знает отец, в чем вы имеете нужду. Знает. Смотрите, он любит, он знает детей, и он восполняет их нужды. Ну и знаете, как нужно восполнять? В тему. В тему, что я имею в виду? Какой из вас отец подаст камень вместо хлеба? Или змею вместо рыбы? А знаете, почему он подает змею вместо рыбы? А потому что плохо знает ребенка. Но когда он ребенка хорошо знает, он восполняет нужду ребенка в тему. Как-то так все красиво в Библии складывается. Пятое. Отец, наказывающий детей своих. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Есть ли сын, которого бы не наказывал отец? Значит, братья, отец должен наказывать детей. Есть ли такой сын, которого бы отец не наказывал? Если отец сына не наказывает, это незаконный сын. Если он законный, его нужно наказывать. Теперь немножко остановлюсь, братья, можете высветить, как правильно наказывать ребенка. Я нашел ответ в Библии. Книга пророка Иеремии, я читаю. Бог говорит, я буду наказывать тебя в мере. В меру надо наказывать ребенка. Но ненаказанным не оставлю тебя. Есть две крайности. Вообще не наказать или наказать трубой. Так, чтобы мало не показалось. Без меры. Бог говорит, я тебя ненаказанным не оставлю, но если я буду наказывать, я буду тебя в мере наказывать. Братья, вот эта мера наказания, ее надо знать. Я уверен, что Дух Святой нам подскажет. Второй момент. Псалом 6, 2 стих. «Не во гневе твоем наказывай меня». Братья, а как бывает? Как сорвался на ребенка? Во гневе. Давид говорит, Господи, не во гневе. Если ты мне во гневе, о, это будет серьезно. А знаете как? Приехал домой усталый с работы, весь на нервах, еще жена говорит, да вот ребенок, а ну иди сюда. И во гневе как? Всыпал. Как Равам говорит, отец мой вас наказывал бичами. Вот такой отец. Бичами наказывал. Давид говорит, не во гневе моем наказывай, не во гневе твоем. Еще как надо наказывать ребенка? Братья, вы видите? Наказывай меня, Господи, наказывай, но по правде. По правде. Оказывается, можно наказать ребенка не по правде. Но я помню такой случай еще в начале своего отцовства. Знаете, я отец, такой молодой, ревностный, по воспитанию детей. И вот один из моих мальчиков, сильно не слушайте, вот один из моих мальчиков провинился. Я ремень, и мне жена говорит, а он знал, что это не надо делать? Я говорю, я даже не знаю. Он говорит, а зачем наказывать? Это же будет не по правде. Ребенок не знал, это ты знал, что этого делать нельзя. Ты ему даже об этом не рассказал. Ну, слушай, точно. А что я должен его наказывать не по правде? Я ему не объяснил конкретно, что плохо и что нельзя. Помните, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Я ему не рассказал, но главное наказать. Так я понял, оказывается, ребенку нужно по правде наказывать. По правде. И каждый должен быть наказываем за свое второзаконие, за свое. А бывает так, что братик вкусил вместо брата наказание. Бог говорит, за свое. Братья, это тяжело. Когда нужно, вот собираешь детей, вот некоторые кивают головой, практика, да? Собираешь, и ты попробуй угадать, кто из них виноват.
А в Библии написано, за свое должен быть наказан. Братья, это нелегко, но главное не перепутать пункт наказания или цель наказания. Потому что дети, они могут обозлиться, как бы, если получил... Ну, оптом наказывать это тоже, в общем-то, не совсем... Не, ну, как бы, знаете, всех подряд. Уже, главное наказать, и потом подряд всех. Да. Каждый наказываем за свое. Вы слышали о том, что бывает, что суды, когда судят люди, они неверно судят людей. Где-то в Техасе говорят одному мужчину, недавно выпустили, потому что его не по правде осудили, наказали. Он 47 лет отсидел в тюрьме, а потом по ДНК определили, что он оказывается невиновным. 47 лет мужчина отсидел, жизнь потерял, потому что наказали-то не по правде. Не по правде. Ну и здесь четвертое, братья, как надо наказывать ребенка? Розгой, не рукой. Розгой. Глупость привязалась к сердцу юноши. Что делать? Исправительная розга удалит ее от него. Что такое розга? Это связанные в пучки побеги ивы или какого-нибудь дерева. Ну, у нас, знаете, тут особенно кто в апартаменте так живет, у нас там деревьев нет, да, резать-то не надо. То есть я понял, это что-то длинное и тонкое, но главное, чтобы оно работало. Исправительная розга удалит. Ну, вы знаете, согласно этого, что я еще понял? Ну, наказывать ребенка рукой по лицу, ну, скорее всего, это будет неправильно, не по Священному Писанию. Надо взять розгу и наказать ребенка. Хорошо, значит, мы определили согласно Писанию, как наказывать ребенка. Следующее. Когда надо наказывать? Братья, доколе есть надежда. Наказывай сына твоего, доколе есть надежда. И знаете, я еще начал думать, а как определить, когда закончилась надежда? Ну, а знаете, как бывает так? Отец говорит, я его наказываю, но, похоже, уже толку от наказания нет. То есть он теряет надежду, что наказание будет работать. Так, значит, что написано в Библии? Наказывай сына твоего, доколе есть надежда. Я нашел ответ на этот вопрос. Не возмущайся криком его. Если ребенок при наказании не кричит, уже нет надежды на его исправление в наказании. Потому что ребенок до определенного физического возраста кричит, когда его наказывают. Потом он становится более взрослым. Для него это дело чести, не кричать, когда папа наказывает. Значит, получается вот, что я для себя понял. Вот этот лимит наказания, когда есть надежда, заканчивается. Если я взял ремень, наказал ребенка, и он не кричит, значит, уже надо менять. Что-то другое надо. Наверное, просто надо взять, покормить его мороженым и нормально с ним побеседовать. И оставить розгу в стороне. Все? Интересно. И еще что, когда нужно наказывать? Кто любит, тот с детства наказывает. Не с 14 лет, до 14 не наказывал, а потом пошел наказывать за все 14 лет, а с детства. Интересно, в английской Библии стоит слово promptly, то есть right away, прямо сейчас. То есть получается так, в английской Библии, кто любит, тот наказывает прямо сейчас за проступок. А это бывает немножко трудно. Например, ребенок себя в собрании плохо повел. Ты же не будешь right away его наказывать. А потом, пока доехал до дома, остыл, а там еще запах борща, обеда, поднялось настроение у мужчины, и все, и он забыл про наказание. А вообще-то по Священному Писанию нужно тут же наказывать, чтобы ребенок знал точно, за что его наказывают. Не через 3 дня, когда он перепутал, это было во вторник или в четверг. И вообще, откуда идет, и вообще, что я такого плохого сделал? Значит, когда надо наказывать? Доколе есть надежда и с детства. Вот об этом говорит Библия. Братья, зачем наказывать? Зачем вообще наказывать ребенка? Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой. Знаете, мне кажется, точнее не придумаешь. Как Библия конкретно отвечает на наши вопросы? Зачем наказывать ребенка? Чтобы у тебя были спокойные ночи. Он даст тебе покой. Второе. Будучи наказываемыми родителями нашими, боялись их. О, это серьезно. Если ребенок папу не боится, то это проблема. Английская Библия respect, уважать. Будучи наказываемыми родителями нашими, уважали их. Значит, ребенок, который получает наказание, он уважает своих отец. Если отец, конечно, правильно наказывает, о чем мы раньше говорили. 5. Отец, милующий детей своих.
Значит, мы говорили, отец, любящий детей, знающий детей, восполняющий нужды детей своих, наказывающий детей. И последнее здесь, пятое, пять пальцев, вот они. Отец, милующий детей своих. Я понял, что на каждой пальчике есть определенный принцип отношения к детям. Значит, отец наказывает, но он еще и милует ребенка. А как совместить наказание с милостью? Как отец милует детей своих, так милует Господь боящихся. Братья, нам надо детей миловать. Не только наказывать, еще и миловать. Как мы проявляем милость своим детям? Может быть, мы их больше наказываем, чем милуем? А может быть, мы их слишком много милуем и почти не наказываем? Ну, знаете, сейчас-то сказать конкретно, вот какую порцию милости или наказания, вот дать мне лично, ну вот написано, что Дух Святой, вы имеете помазание, и нет нужды, чтобы кто учил вас. Вот есть такие вопросы, на которых просто нужно руководство Духа Святого. Вот этот баланс. Когда проявить милость к ребенку, а когда его наказать? Ну, чтобы был баланс определенный, чтобы не было какого-то перекоса. Ну и теперь в конце хочу привести 4 примера положительных. Хороших отцов Библии. Вы помните, в книгах царств и в Паралипоменон написано про царей, и там такая дописка. Как поступал отец его? Помните, да? Он воцарился и царствовал, и поступал так, как отец его. Или не поступал, как отец. И это выражение я специально считал, проштудировал всех этих вот царей, так для себя лично. И я понял, что это выражение встречается 22 раза по количеству букв в еврейском алфавите. Как-то так все очень по-еврейски, да? Значит, как отец поступал, так поступает и сын. Или как отец не поступал, так не поступает и сын. То есть наши дети идут по следам отцов. Ну, получается так. Вы помните Гедеон? Гедеон говорит с жителем Сихема о своем отце. За вас отец мой сражался. Представляете, какое уважение? Мой отец сражался. Вот сражающийся отец за детей. Он жизнью своей не дорожил. Он избавил вас от рук мадианитян. Это отец. Вы знаете такого многодетного отца из Библии, у которого было 17 детей? Кто из вас может вспомнить его имя? Поднимите руки. У него было 14 сыновей и 3 дочери. Вот это многодетная семья. 14 мальчиков и 3 девочки. Братья, вы помните, как его звали? Он псалмы написал, они записаны в Библии. Кстати, согласно этих псалмов, Имана из Рахита, так его звали, можно догадаться, как он воспитывал детей. Братья, это настолько интересно, захватывающе. В этих псалмах он пишет свое отношение к Богу. И в Библии написано, что все они под руководством отца пели в Доме Господнем. То есть, я представляю. Приходит отец, становится все 17 детей, а он регент своей семьи. И они все под руководством отца пели в Доме Господнем. Отец сумел организовать семейный хор. Руководство отца. А вы помните Иова? Вставая рано утром, возносил всесожжение по числу каждого ребенка. Братья, наверное, нам надо молиться вечером и утром за каждого ребенка по числу ребенка. Похоже, так. И он, знаете, что говорил? Может быть, Господи, мои сыновья согрешили. Братья, еще, знаете, давайте не будем думать, что наши дети самые послушные, потому что они тоже могут согрешить. Как бы Иов это понимал. И он возносил всесожжение перед Богом. И четвертый отец – это Зеведей. Отец Иакова и Иоанна, двух апостолов. Братья, они стали апостолами, потому что у них во отец был. А знаете, какой у них был отец? Когда Иисус пришел призывать учеников, он увидел Иакова и Иоанна вместе с отцом в одной лодке. Мне очень приятно видеть, когда сыновья в одной лодке с отцами. Я говорю уже сейчас не буквально. Но если отец в одной лодке рыбачит, а сыновья в другой, и не хотят быть в одной лодке. Ну вот недавно слышал, ну, сестра одна так пожаловалась, говорит, ну, их дети, и в молодежи, говорят, мы решили с семьей поехать на отдых. А старший говорит, а я не хочу с вами, мне с вами неинтересно. Говорит, мы взяли детей, уехали, говорит, а старший остался дома.
в другой лодке. Ну, вот помиловал бы нас Господь, чтобы наши дети были с нами в одной лодке. Зеведей отец был в лодке со своими сыновьями. Итак, братья, четыре положительных примера. Отец сражается за детей. Отец руководит семьей, Иман Израхит. Отец возносит всесожжение за каждого ребенка. И дети с ним в одной лодке. Вот они четыре отца. Положительных примера. Братья, два негативных примера. Отец ваш обманывал меня. Давид сегодня об этом отце говорил. Вот Давид в своей проповеди. Вы знаете, о ком идет речь. Отец ваш обманывал меня. Раз в 10 переменял награду мою. То есть, если ты обещал ребенку что-то, давайте, не надо обманывать. Ну, такое впечатление об отце. Отец обманывает. Давид не стеснял вопросами Адонию, сына своего. Но Адоня, знаете, будучи не стесненным вопросами от отца, делал все, что хочет. Для себя что я взял? Что я как отец должен стеснять своих детей вопросами, чтобы они знали, что у них есть отец. Почему ты в 10 часов вечера не был дома? А почему ты накрасила свои губы? Вчера на семейном один брат так интересно выступил и говорит, там что-то по поводу покрасок поступил вопрос. Ну, родители, знаете, у каждого свои переживания. И он говорит, он тоже пастор церкви, говорит, однажды ко мне доченька, говорит, не так было. Он говорит, я смотрю, что моя дочка глаза свои подводит. Ну, говорит, мне это не нравится, как бы я считаю, что это неправильно, как ее и Бог и так красиво сотворил. Вот. Вообще отцу неприятно, нормальному отцу неприятно, когда девочка красится, потому что он признает ее красивой, даже когда она не накрашена. Девочки, сестры, имейте это в виду. Я не хочу, чтобы мы девочки красились, потому что я их так признаю красивыми. И без всяких красок. И вот она говорит, доченька, а почему ты красишься? Она и так стала немножко неприятно. Она говорит, ну, папа, это я так для себя. Ну тогда вопросов нет. Накрасься и ложись спать. А утром вставай, все смывай и иди к народу. Для себя, пожалуйста, только на ночь. Вот. Для себя. Давид не стеснял вопросом Адонию. Для чего тебе 50 скороходов? Для чего тебе? И поэтому Адония, не получав вопросов от отца, я знаю, братья, что наши дети не любят, когда мы стесняем вопросов. Они глазки вниз опускают, и наши девочки тоже. Нам тоже не нравилось, когда наши родители стесняли нас вопросами и забивали нас в угол вопросами. Кстати, мне кажется, стеснять детей вопросами тоже надо уметь так, чтобы не сразу стеснить, потому что перехватить ему дыхание, да? Как-то вот так потихонечку. Один вопрос, второй, третий, четвертый, пятый, и ты выводишь ребенка на чистую воду. И ребенок начинает плакать. «Папа, прости, я не хотел». Какой у меня мудрый отец. Как он все узнал, я даже и не заметил. А потому что аккуратненько стеснял его вопросом. Аккуратно. Какую музыку ты слышишь, сынок? А ну, давай задуй твою машину, а ну, блютуз включи. Я хочу послушать, что ты слушаешь. Вот представляете? Ну, знаете, братья, что скажу? Ну, вот нас тоже отец стеснял вопросами. С одной стороны, было неприятно, а с другой стороны, мне так кажется, что дети начинают уважать отца, когда они видят, что отец неравнодушен по отношению к детям. Хотя в данный момент это сильно неприятно. Итак, Лаван и Давид. Ну, как бы два таких негативных момента. Вот. И расскажу такое стихотворение. «Вот однажды мальчик в доме незавидных детских лет в доме всех приметил, кроме одного. Папаши нет. На дворе была зима. И вдруг, увидев он отцовские следы, подумал, чем заняться в эту зимнюю пору? И как не на чем кататься, он устроил сам игру. След папашин он примерил, совпадает, хорошо, след во след, и так пошел. Может быть, кто и заметил, как он мерил и шагал, как всегда такие дети, он был худеньким и мал. Но он вдруг остановился, шаги мерить прекратил, дом большой пред ним открылся, где написано «Трактир». Что тут делать, он не знал. Как войти, он мало думал и уже внутри стоял. Видит на столах бутылки, люди пьют, затем едят. На него с досадой пылкой, с удивлением глядят. Тут отец себе не рад и думал, как же он нашел? И вскричал, «Тебе что надо? Ты зачем сюда пришел?» Перепуган через меру, мальчик дать ответ начал, «То шаги твои я, папа, мерил,
и вас нечаянно нашел. Марш отсюда, а то всыплю, отец кулак жал. Мальчик только дверью скрипнул и скорей домой бежал. Вот отцы дела какие, самоважность, самосуть. На дела не на такие, укажите детям путь. Дети, следуя за вами, начинают жить не в лад и широкими шагами попадают прямо в ад. А чего же бывает в доме горе, нищета? Всю жизнь в пьянстве продолжают без надежды на Христа. Я хочу вас всех сердечно ныне Господу призвать, чтобы вы о жизни вечной могли детям рассказать, чтобы, живя на белом свете, не трактир наши сыновья нашли, а чтобы мы и наши дети в Царство Вечное нашли». Скорее всего, автор этого стихотворения имел в виду людей неверующих. Мы в трактирах не сидим, по крайней мере, я так надеюсь. Но мораль этого стихотворения, она актуальна и для меня. Мои дети придут туда, куда ведут следы отца. Ну, буквально, если отец сидит часами за компьютером без дела, а что ждать от детей? Да, я рада, мы об этом часто говорим. Вот. Давайте мы, дорогие братья, о чем помолимся. Вот давайте, у нас сейчас будет молитва. Я бы хотел, чтобы помолились отцы, будущие отцы. Ведь есть же о чем помолиться. Чтобы мы с вами любили своих детей, чтобы мы знали своих детей, чтобы мы восполняли их нужды, чтобы мы наказывали детей правильно, чтобы мы их миловали, чтобы нам с вами быть положительными отцами, а не негативными. И чтобы наши дети, смотря на нас, говорили: вот это настоящий отец, и я хочу быть таким, как он. Братья, кто из вас помолится, поднимите руки. Я хочу быть уверенным, что сегодня отцы будут молиться. Но все-таки день отца. Пожалуйста. Кто помолится? Валентин помолится. Кто еще? Сергей помолится. Давайте, братья, еще. Александр, у тебя столько много детей. Другой Александр. Давайте, братья и сестры, склонимся на колени и помолимся. Аминь.